Я никак не реагировал уже. Я не успевал. Я по тормозам уже давил без сцепления, чтобы сократить тормозной путь. И, как видите, он даже не среагировал. По словам водителя легковушки, избежать столкновения у него не было никакой возможности. Он уверенно двигался на разрешающий сигнал светофора и, как говорится, ничто не предвещало беды. Стрелка зеленая пропала, я ехал прямо в том направлении. И совершенно вот ман с крайней правой полосы повернул налево. Водитель грузовика «МАН» с водителем «Некси» категорически не согласен. Мужчина уверенно заявляет, правила нарушил не он, а водитель легковушки, чему, к слову, даже есть свидетели. Я на зеленый ехал, поворачивал, уже вот свидетель у меня есть. Я со средней полосы, со второй, поворачивал налево, а он с «Некси» с бешеной скоростью ударил меня в правое колесо, заднее. Да, он с бешеной скоростью, он думал, проскочит, а не получилось. В результате столкновения грузовик получил относительно небольшие повреждения, чего никак не скажешь о «Некси». Водители в аварии не пострадали.